В Мурманске в одном из дворов на Героев Североморцев прохожие заметили нетрезвого водителя, о чем сообщили в полицию. Сотрудники госавтоинспекции задержали автолюбителя и провели освидетельствование, результаты которого оказались не в пользу мужчины. Позже выяснилось, что в 2021 году его уже лишали прав на 2 года за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Теперь северянину грозит штраф от 200 до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 2 лет.